Пыльнос – аллергия на пыльцу. Весной – частая проблема. Чихание, насморк, цветение для многих людей сопровождается именно этими симптомами. Как подготовить организм к сезону? Жителям Химок рассказала врач-аллерголог Наталья Заречнева. Во-первых, не гулять в сухую ветреную погоду, когда пыльца как раз наиболее активна в воздухе. Есть календарь пыления, в соответствии с которым можно посмотреть концентрацию пыльцы в воздухе в определенный день. А также сразу стирать уличную одежду и проветривать квартиру только в ночные часы. Я пришла первый раз и не жалею. Очень много информации, причем такой разного плана информация. Вот, очень много полезного для себя. Тем более такая тема, вот весна, аллергия, очень это актуально. Тематические встречи проводят в городском округе еженедельно. Узнать о предстоящем мастер-классе можно на сайте администрации Химок.